свой закончу в огне, но я неплохой человек. Ведь каждый хочет в толпе увидеть то, чего нет, узреть воочию грех. И пусть там беспочвенный бред, кому-то бы сегодня все равно пришлось бы гореть. Боль, злость, глаза режет вибило дым. Палач мне ударит коленом под дых. И вот на глазах суеверной толпы я лишаюсь остатков тюремной еды. Омерзительно скажешь, наверное, ты. Но горожане взирают на это открыто, от удивления рты. Смотри, я масленица, как я попал в этот опасный детсад. Здесь иным детям за тридцатник представь. И дай тот самый, что не пошел в мать отца. И как велят небеса, я буду сожжен во славу Творца. Пламя на поленях за то, что мы не стали на колени перед вашими богами на молельнях. И выжигали поколения, выгнали Галилеев и регалий Лилейли. Мы восстали бы, но что против тысячной стаи клинок. И если ваш бог действительно есть, то он поможет мне стать купиной. Ты веришь в нашего бога? Языки пламени найдешь, не языков людских. Объявим, что он дьявол во плоти. Палач уже в пути, казнь не начнем, пока билеты в первый ряд не продадим. Масло в огонь, подливая, прикрываясь властью богов. Вот я точно лучше не трепать языком. Иначе мигом будешь ты посажен на кол или заживо в полымя. Главное, что был покорным ты под звон мотык, дымят костры. Все заполнил дым, заволокло весь мир. Подлить в огонь святой воды, от сажи ею моются попы. Главное, что был покорным ты, под звон мотык дымят костры. Все заполнил дым, заволокло весь мир. И некому подлить в огонь святой воды, от сажи ею моются попы. Он не хочет в школу приходить, на его парте снова пишут, он изгой и еретик. Он не похож на остальных, не вхож в их коллектив, и сложно объяснить им, то ли шмот его претит, то ли он просто нелюдим. А дома ему мать расскажет, она с немалым стажем, как выживали раньше, как уважали старших. А молодежь не та уже, в подъездах скажут бабушки, в чужих мы бросим камень, в родных мы кинем камушек. Хочешь художницей стать? На что ты будешь?